нужно накинуть капюшон. Что видишь, Сюнин? Похоже, наш пленник даже не солгал. Страх раскрыл правду. Видно, саксы украли этот дракар. Знамя нашего клана есть, но щиты они закрепить не смогли. Этот наряд остался цел. Нужно вернуть его клану. Не битва, а просто резня. Следы крайне точных ударов. Раны знакомые. Хотели пойти в набег, одевшись как клан Ворона, и обвинить в этом нас. Эй, ты! Что тут произошло? Кто перебил часовых? Не я. Это что, шутка? Посмеешься, когда будешь отвечать за свой проступок перед Элдерменом Эдвардом! Знаешь, мне очень хотелось бы с ним повидаться. Капитан, это вроде и правда викинг. Бросай оружие, Дан! И склонись! Я не из Данов. И тех, кто запятнал честь клана Ворона, ждет смерть. Ты правда из клана Ворона. Меня зовут Рошан. И у нас общий враг. Сэр Эдвард? Элдермен Вестерны — лишь безвольная кукла в руках женщины, которую прозвали Альсила за вероломство. Ее орден сеет беспорядок и рознь, чтобы достичь своих целей. И сейчас она использует твой клан. Мне доводилось встречать подобных людей. И тех, кто дает им отпор. Я считаю, что враг моего врага – мой друг. Позволь проводить тебя туда, где ты сможешь отомстить Элдермену. Что ж, веди. Эта Альсила скоро поймет, что зря пыталась замарать честь нашего клана. Оставь ее мне и довольствуйся смертью Элдермена. Может, этим лучше заняться тому, кто помоложе? И кому знакомы эти земли? Я убивала подобных ей, когда ты был в пеленках. Вымани ее, убив Элдермена. Дальше я справлюсь. Откуда у тебя клинок, что ты носишь на руке? Это дар моего брата. Вот как? А он, значит... Великий воин и путник, который многое повидал. А твой клинок?
Мне долго пришлось жить без него. Эти годы были воистину невыносимы. С годами ты явно не утратила выносливости. И я не хотел оскорбить тебя, когда предлагал убить. Мой клинок все так же прочен и остер. А нехватку грубой силы я восполняю скрытностью. Я тоже могу двигаться бесшумно. А, может, ты хорош в этом по вашим меркам, дитя. Но у меня куда больше опыта. Что ты знаешь об Эдварде? Почему он ненавидит клан Ворона? Он винит вас в утрате титула и своих земель. Тех самых, где нынче стоит Рейвенсторп. То поселение было заброшено, его никто не сторожил. Разумнее мстить тем, кто занял его до нас. Элдермена это не заботит. Он ненавидит викингов и рад всем, кто поможет очернить вас и изгнать из Англии. С вершины этой башни обзор будет куда лучше. Вот где обосновались Альсила и Элдормен. Прямо в Рейвенсбурге. Они поплатятся за свою спесь. Золото Альсилы пошло на новые укрепления. Проникнуть внутрь будет нелегко. Возможно, если бы речь шла не обо мне. Ты знаешь, что поджидает нас там? Если я опишу все, что узнала, ты сможешь это представить? Есть способ получше. Сюнин! Слушай внимательно. Саксы за внешней стеной не слишком бдительны. Думают, их одежда легко обманет любопытных. Викингу легко затеряться среди них. Можно взять одежду того мертвого сакса около Дракара. Привет. Ладно. Кроме того, ты сможешь скрыться среди тех, кто чем-то занят. А Элдермен, где он сейчас? В самой середине лагеря. Строит из себя владыку. Но на деле Альсила держит его на короткой цепи. Гибель Элдормена должна привлечь внимание. Иначе Альсилу не выманить. Настичь цель скрытно и убить ее шумно. Таков твой совет? Ты ведь можешь держать в уме две противоречивые мысли, пока не закончишь привлекать внимание. Я могу убить Элдермена сотни разных способов. Ты еще и сагу успеешь сложить. У тебя есть предпочтение? На виду у людей, под тем деревом. Подкрадись тихо. Убей его перед всеми. И паучиха покажется. Я привлеку даже внимание. Не самих богов. Славно. Наденешь наряд, снятый с тела притворщика Сакса, чтобы не выделяться в толпе. Этот наряд точно поможет мне скрыться. Лучше выждать, чем привлечь к себе внимание.
постой! Хоть цвета подобрали верно. Мы будем жить в роскоши. Я поверю в это, когда получу серебро.
Что ж там стряслось? Заморскую девку Альсиву. Я бы не прочь взглянуть поближе. По слухам, она скорее шкуру с тебя спустит. Да вообще из дома почти не выходит. Сидит в заперти. Стражей здесь хватает с избытком. Нужно быть осторожнее. На клан Ворона. Вроде как они отобрали у него землю. Не плевать. Эй, что стряслось? В кустах сидишь?
Все скрытно не удалось. Элдермен будет на страже. Привлечет внимание Альсилы. Thank you.
Бегите, трусы! И не попадайтесь мне на глаза! Стой, воин! Я дам тебе все, что просил Элдермен, и даже больше! Самое сильное на свете войско! Королевство, что превзойдет! Вот и все. Клянусь, Фрей, быть столь смертоносной в ее годы... Славное зрелище, о мудрое. С того дерева будто сошла Хель, владычица мира мертвых. Да, ее касание пробрало до костей. И не в лучшем смысле. Ты же... Я цела, но поплачусь за тот прыжок позже. Раз твое предначертание исполнено, дальше ты пойдешь мирной тропой. Альсила лишь одна из преград на долгом пути. Важнее было получить вот это. Я забрала его, когда убила ту ведьму. Что это? Будущее. Семя, что прорастет в Иерусалиме. Значит, твой путь по-прежнему не окончен. Судьба ведет нас всю жизнь. А ты? Принесло ли отмщение тебе радость? Сильнее всего меня радует то, что честь клана Ворона не запятнана, а мой народ в безопасности. Так будет и впредь, пока ты стоишь на его защите. Прощай, Эйвор, брат Волка из клана Ворона. Интересно, доведется ли узнать о ней больше?
всегда приятно встретить. У тебя есть для меня заказ? Ты деньги... Твоя цель – отлично умеет. Думай о награде во время работы. Мне всегда помогает. Что предложишь сегодня? Спасибо, что заходишь. Мне пора. Увидимся. Увидим. Эйвор, персу генгер. Эй, ты, Эйвор. Смотрись вокруг. Oh.
Сейчас ты очистишься! Придется подлатать. От неба, Господь, ты не уйдешь! Чтоб тебя! Нет! Нет! Yeah.
Я горю! Здесь что-то нечистое.